Всем привет! Ну чё? Продолжаем. Да, опять, и вот сразу же, да, как начинаю, сразу начинаю двигать карту. Она не двигается. Ой, я хочу подвинуть. А ну подвинься. Так. Чё мы делаем? Чё мы тут делаем вообще? Все, 40. А почему думал больше? Ну ладно, неважно, короче. Мы победили двух боссов, да. Мы уделали. Ice Ice Baby, да? Да, затащила нам все. Вот этот вот Ингвар. Он какой-то... Ну, я как бы не спорю. У него есть своя фишка. У него фишка в том, что он призывает три копии. То есть их четыре получается. Я... Плюс, если еще мальчики, да, они могут целую волну держать вообще просто запросто, да, какую-нибудь там. Где-нибудь, возможно, там в каких-нибудь там этих героиках или как это называется, эти штуки. Штуки. Как ты? Вот, да, героические железные режимы. Может, где-то, где боссов нет. Они интересны, да? Ну, где боссов, просто видели, да? А он так делает, и вот, выплюнула, бля, кусочек. Ты невкусно, иди отсюда, бля. Вообще бесполезно просто было. Она. Она его съела, а он был бесполезен. Зато вот это, да, красавица, что творила вообще Элора. Моя деточка, вот, пильщик, знаешь, пильщик. Человек, который очень любит пельмени, да. Карлик-изобретатель свалит... Чё, карлик-изобретатель свалит кого угодно? А, свалит, я думал, свалит, это типа свалит. Куда? Что? Короче, карлик-изобретатель свалит куда угодно. Хоть огромное... Карлик-изобретатель свалит кого угодно. Хоть огромное дерево и хоть злого гиганта. Его чудо-механизм разнесет в щепки любого противника. Посторонись, карлик за рулем. Тут сейчас обидно, да? Вот ты на дороге. Посторонись, карлик за рулем. Это вот, я думаю, ему сейчас обидно было вот это описание, да? Летающая пила. Распил. А, он, короче, чиновник, я полагаю, да? Пойдет, поиграем чиновником. Очень медленный. Ну и по дамагу. Ну, видимо, у него какой-то интересный скилл. Ну, давайте, потрогаем. Потрогаем его, да, попробуем. А потом, короче, включим Ice Baby и пройдем катку, да, так и сделаем. Кто-то написал, что сюда пока не ходи, тут жестко. Соглашусь. Прям чувствуется, вот, прям вот смотрю на карту и чувствую, что жестко. Ну, я ладно. Да опять карту двигаю. Я пойду... Тут мы прошли, тут прошли. У нас вот это и вот это. Давайте вот сюда. Так. Генерал, пора вновь обнажить мечи во благо нашего государства. Разведка сообщает о разбойниках в Тихолесье. Наши граждане уже боятся туда заходить. Но вы ведь не из трусливых. Отправьте армию в Тихолесье и избавьте от негодяев. Избавьтесь от негодяев. Пусть... Пожалеет о том дне, когда ступили на скользкую дорожку. Про скользкую дорожку это наша, это тоже к нашей, да, вот это Кайс Бэби, ну. Вот она точно про скользкую дорожку. Бля, сразу может ее сесть. Ладно, посмотрим пильщика. Отсюда по-любому будут идти. Отсюда будут идти проходить вот так вот, да? Тут у них безопасно или что? Что это такое? Через лес. Или из леса будут разбойники выходить? Блин, непонятно, да? Вот тут начинать делать? Или вот тут, допустим? Хотя тут, да, да, вот тут надо начинать делать. Тогда не, вот тут. Да, угу. Денег дают мало, кстати, очень вообще. Читайте, вот, все, денег нет. Я, кстати, не посмотрел. А у меня все вкачано там. А, ты вон какой! Ты из Варкрафта к нам приехал, этот, да? Кавабанга! Пойдет. Давай сразу, чё уж. Не хочешь срать, не мучай жопу, но... Почему я это сказал? Как вообще к этому все это относится? Да давай, иди вперед-то, хоть кого-то там побей. О, с одного удара. А, нет, это просто... Мальчики застрежили его, ну. А это этих мы убьем. О, мы много кого еще, оказывается, убьем. Так, ага. Так, вот сюда, ты сюда иди. Кавабанга, значит. Ты черепашка-ниндзя, походу, да? А, не, они бонзай вроде кричали. Нет, они кавабанга кричали.
Да, они, может, и банзай кавабанга кричали. Мне объяснили, что такое этот скилл. Как этот, ну, типа, да погнали. Тот, который штраф по площади, да, я понял. Ну да, в принципе, так и да. Это понятно. Я так я примерно так и думал. Да, я знал, просто это. Просто хотел вас проверить, но. Я так и думал, да, примерно как бы, ну, а про что это еще-то может быть? Так оно и оказалось в целом. Че? Имба, он сказал? Да ты какая имба? Ну, может и имба, кстати. Ну я точно слышал, он имба сказал, да? Точно это было, короче. Я не буду пока птичек призывать. Давай, иди там, подхватывай. Я раньше вообще думал, что она одного только бьет, если честно. Ага. Иди туда. Ладно, летите. Имба. Он реально кричит имба. Ты... А, он про Теслу, наверное, кричит. Я понял. Ну да, тут с тобой я соглашусь. Тесла и имба, реально. Фридом, ну имба. Сюда надо ставить. Тут больше ходит. Ну да, сюда надо ставить. А он стреляет. Вон он что еще может. Так, 93. Ага, берем. Ну, я не знаю пока, кроме Теслы, что тут вообще может быть хоть что-то интересное. Давай, пошли, чё. Ага, придом, ну. Да, он стреляет, и правда. Вот и... Вот они и умерли. Так, вот сюда, наверное, да, будем ставить? Ага, вообще отличный кусок. Вот сюда что ставить? Ну, тоже, может, артиллерию. Ну, сюда тогда лучше ее поставить-то, да? Ну, строим сначала эту. Да. О, а ты не умер? А ты что, отхилился или? А, это ты прошел следующий. Ну да, ладно. Он второго уровня. Мне чем милишники не нравятся, они качаются долго очень. То есть РДДшки-то они раньше начинают бить. А, о, он стрелять умеет. У него бластер есть. Вот, а милишники, они очень долго качаются. Вот вообще. Супер долго. Да не, они пройдут, я думаю. Он держит, но он... Держит, ну. Какова банга, ну. Так. А, ну нормально. Если что, тут пока лужа валяется. А, там была лужа, все, понял. Ага. Ага. Да. Ну да, не-не. Ну и был моментик, что что-то я очканул чуть-чуть. Ага. Ну тут все уже, да? Сейчас вкачаем. Сейчас пробегут, блядь, вот чувствую это. Их просто так до хрена. Они так редко бьют. А ну нет. Ну, мне так и не написали, что бафал король. Вот мне просто интересно, что конкретно он силу увеличил, скорость увеличил, что он делал вообще. Просто если, например, скорость увеличил он, да, вот работу башен, то он тоже имба на самом деле. Имба. Имба. Не, ну, Ice Baby, она... Так, давай, пошли уже. О, новый налетчик. Элитные наемники в тяжелой броне, заинтересованные лишь в наживе. И описание, короче, за... Понятно, я думал, что-то, ну, короче, заинтересованы они в наживе, но, так может им денег просто забываешь это, забаштать они уйдут. Низкая скорость, очень мощная защита, стоит 3 жизни, дальняя магическая атака. Магическая? Он все ракетами кидается. Ну, допустим, магическая, значит, надо тут стоять. Имба, он горит. А, дойдут, да? Ну, ладно. Ну а да, жестко. Так, вот тут будем еще одно делать, да? Вот тут вот. Ага. Давай, пукай по ним уже. О, нихера их там. Ну да. О, он его. А, это просто он исчез. Да нет, смотрите, да, нихера у них урон. Нихера себе. Я хочу скилл. А можно откатиться побыстрее?
Ага. Нихера, да, смотрите, что творит. Ну эти-то как... А, ну они в миле как бы не сильны, да, смотри, да? В миле-то вообще ни о чем, надо в миле к ним заходить. Блин. Ага. Да, в миле они так себе. Посильнее видали. Видали, точно? Потому что сейчас, походу, у нас это того. Да вот опять милишник очередной, блин. Аж бесит они, вот честно. Я не знаю, где они будут хороши. Ну хотя уголек вообще нормально заходил. Прям как детки в школу. Да давайте быстрее, чего так? Ой, ты там отойди оттуда. Пусть он в милитре пройдет поближе. Ты там посильнее там уже стал, не? О, танкуйте, ну это. Ты там давай, да? Ну вот опять, да, вот смотрите, вот герой просто, ну вот для чего он нужен? Вот так вот, да? Freedom! Вставай быстрее! Ну они... Имба! Имба, какая ты там имба? Давайте сразу смотреть следующего просто. Мы еще ничего не увидели, а нас уже уделали. Да вообще, он просто ни о чем. Он дохнет, он не может ничего. Бесстрашный мститель, чье имя внушает ужас демонам. Оружием ему служит мрачная слава и сверкающая катана. Смертельный удар пыткой мечами. Ну давайте. Вообще просто. Ой, блядь. Кусок нахрен. А я... Прокачал вообще у меня все звездочки. Да куда ты? Тут нет звездочек, тут звездочки. А у меня еще в башню, да, вкачаны? Ну да, я понимаю. Ну... Возможно, тут тоже нужно делать, да, через это. Да я не знаю, босса, на что способен босс? Да такой же, как и все, наверное. Надо вот сюда ставить следующую башню, потому что они сверху идут, все вот эти вот чувачки. Вау, нифига себе. Ну просто, для чего этот пильщик нужен? Ну может он когда раскачанный, хороший, да, там типа. Давайте вот тут его они поставим, чтобы он хоть качался. Эй, мальчиков, тут. А то он не раскачанный, он нахер не нужен. Ну, типа... О, а, он апнулся, ага. А чё туда ничего не упало? А, эти рандомные метеориты, конечно. Ты настолько рандомный, что жесть. А давай! Чё терять-то? Нас только эти там. Как его? Как его? Как их звали-то? Налетчики, которые не налетчики. Наводчики. Налетчики-наводчики, короче. Ну стоит, ждем, блядь. Обошли. Давайте, вы умрёте. Чё он делает? О, он хотя бы ешет. Так, тебе туда нужно бежать. Ага. Ну, а рубит, смотрите, да? Что-то там мутит вообще. Страшно опасный, да? А? О, уже могу. Давайте, поехали, ну. Так, ты иди сюда вот. Банзай то... А тот что? Как Гавабанга, да. Да-да-да. Вот черепашка-то ниндзя, ну. Ну, по... ну они маленькие, чё они вообще, блин. ХП-то нету. А...
Так, вот тут, да, если, да. Или тут лучше сделать. Вот тут лучше сделать. Почему лучше? Не знаю. Может, там будет в лесу бить. Это, да? Все. Тебя убьют, что ли, сейчас? Реально, тебя просто он убьет. О, апнулся, неужели, бля? Я ж думал, убьет. Да, да. Сам ты, ну. Так, а ты иди сюда, да, ты сюда иди. Я вот просто думаю, подождаться, пока они соединятся. Он такой, да, пачками, они идут, короче. И потом скилл запустить. А, вот так вот, да? Оу. Ну, он типа много, наверное, урона, да, получил? Ага. Типа рубит, да? Типа может? Типа сильный, смотрите, да? Смотри, нарубливает, да? Я правда так кажется, что он сильный? Ну, может быть, он сильный, да, правда. Ага. Давайте денег. Ну, нормас. А, вот это вот, да, слово именно, да? На языке, короче, крутилось, да. Что-то ча. Ну, опять, да, забыл. Опять крутится на языке. Да, качаться уже. О! Сюда следующую, да, воткнем. Ну, я думаю, вам против босса тоже будет кусок говна. Ну, может, что-то полезное сделает. А может, легкие кончились катки, все. Я по случайной обстоятельствам, да, по случайке выбрал самые легкие, а сейчас начались нормальные уже, да? Для нормальных пацанов. Иди давай, вот там начни убивать их уже. Убивать. Они ни хера половину хп ему сняли. Ну, он убил. Вроде как. Вот так вот, да? Типа те кидаются, то сражаются, там все красиво, да? Ага. А ты кого бьешь, что у него хп не уменьшается? А, вон начало. Тебя убили реально. И, сука, его убили, правда. Нихера они такие жесткие, да? У него как бы есть какой-то офигенный удар, да, который убивает, как я понял. Или что, блядь? Потому что иногда он подходит, так бах его. Хотя у него хп-то там немного, как бы, понять бы. А-а-а. Тут надо по-любому башню магов ставить где-то. А где? Ну, босс, наверное, отсюда пойдет. Навряд ли снизу, да? Эй, бля, вы чё? А, тут всё нормас. Бегает такой, да? Ну да, понятно всё, да. Опять это же, да? Опять это же, да. Угу. Окей.
Я даже не могу их распробовать нормально. Опять на том же месте, когда много этих идет. Нам нужно, чтобы там скилл был. А какая, кстати, волна? 15 волн тут всего? Ничего себе. Так, значит, денег не так много будет, да? Ага, вот так вот. Не знаю пока, как делать. Ну, нужны башни, да, магов, чтобы они это их ваншотали, этих мразей. Вот тут, а вот по-любому, да, одну. Вот тут, а вот. А зачем я сейчас это делаю? Ну, туплю ночь. Просто думаю, как лучше сделать. В спину просто ему насували. Блин, ну, тоже, да, кусочек. Да, ну вообще какой-то герой невыразительный. Не нравится мне. Просто они в куче своих, да, мопцов идут. Вот тут... Не, ну тут по-любому артиллерия. Но вот тут можно пашню магов, да, сделать тоже. Давайте заново, короче-то. Я херню настроил, да, какую-то. Так, вот тут, а вот, ага, вот это вот. А вот тут будет пашня магов, но... Может, они проходить будут и убивать их будут. Я не знаю просто, как лучше сделать, честно. А чё я в башню магов, да, качаю? Вот это я, конечно, молодец. Да давай, иди уже, короче. Ага. Надо хоть одну Теслу-то вкачать, чтобы она держала их. Такое дерьмо, потом-то будем докачивать. Тут по-любому тоже Тесла должна быть. И какой, да, кружок он будет ему? Можно... Можно. Можно. Да хер знает, что тут можно, если честно. О, кофе попью. Не знаю пока, просто нет тактики в голове. Я вижу, что они жесткие. И как бы если на пятой волне, да, какой там была пятая волна, их столько. Сколько же будет их на десятой, а на последней волне? А они спокойно проходят вообще без каких-то либо проблем. Они просто выносят все, что у меня есть, как бы. Они жестко сильные. Сдерживать мне их нечем. Мне их нужно убивать быстро. Нужны, значит, магические башни. Ну и... Ну, магические башни против боссов будут ни о чем. Freedom! Да? Так ведь? Прикольно. А, ну этот хоть убил. Хоть мне что-то... Так, соберись, Артём, блин. Чё сейчас за бред произошел? Как ты так? Ты никогда их не пропускал. Да ты две строил, да. Вот тут и тут, да. Все, поехали. Да какой там банзай, блин. Банзай просто. Я в следующую волну сразу запускал. Ну да, я там же скилл использовал. А сейчас я думал просто. Оправдываюсь, да. Да думал реально. Этих, да? А почему тут, почему-то тут денег не насрал, а? Чтобы вот эти сдохли все. Этот качается говенно просто. Чувствую, эта катка будет очень сложной. Прямо вот чувствую. Ну давайте сразу, чё. Ты там качаться-то будешь, не? Планируешь вообще? Вот где-нибудь тут хотя бы встань. Ага.
нормально. Вот да, мне просто так все было изначально. Как бы, возможно, нужно уже качать башни. Потому что эти с мелкими справляются, а посильнее там не было, да, врагов? И сюда иди. Ага. Ну тут эти мальчики должны справиться. Ну одну Теслу придется делать в любом случае. Чтоб она мелочь убивала. Ага. Ну следующий просто башню магов сделаю. Ага. Так, вот здесь, да, она же будет. Да нихера она не будет доставать этот радиус такой. А вот тут оставить ее как-то это тупо. Тут для артиллерии хорошая. Тут тоже артиллерию надо, чтобы нижнюю волну. Тут артиллерия. Вот тут что ли делать? Ну да, вот тут как раз маленькие расстояния. Будем надеяться, что она будет ваншотать их, да? Укусики, он сказал, да? Укусики, говорит. Там вот этих два надо на них сливать, да? Вон, да, у него есть какой-то сильный удар. Он типа защиту что ли ломает или что делает? Ну вот такой вот, да. Хороший план. Сработал. Like 207. О, у меня статья. Хоть по деньгам сократилось. Кукусики, значит. Freedom! Что это значит? А, это что-то вкусное, я помню. Кукусики. Не? Во, вот этот удар. Сильный, да? Он может всех будет ваншотить. Если в босса зарядит, так это будет вообще жестко. Ага, если дойдет до босса, смотрите, да? О, убили, нихера себе. Я думал, все. Нихера вас там. Ага. Жестко, жестко вы, конечно. Четвертый левел только ты, да? Да давай, поехали. Четыре налетчика, да, там будет? Вот этих первых не нужно сливать. Хотя и скилл. О, они же первые идут, да, да, не нужно поэтому сливать. Значит, сейчас они вот сюда. Еще потом нужно башню магов будет воткнуть. Оп, минус один, да. Кукусики, говорит, блядь. А вот этих нужно по-любому будет слить. Freedom! Давай сюда иди. Ага. Разделятся? Да, а, ну да, окей. О! Не-не-не, уходите, уходите, уходите. Они вас там раздавят, я вас говорю. Говно слил, скилл, вообще дебила кусок. Кого ты слил? Так, отходи. Давай, ну, что, 20 секунд еще не прошло? Вот, вот так вот, да. Какая-то восьмая волна уже, нихера себе. Реально. Угу. О, качамп, ну. Чё-то нет, чё-то тут так волн мало. На кого ты там зап-зап свой слил?
А не, ты тоже по низу пойдете? Убивает, да, снизу? Нормально все. Ага. А чё произошло? Почему? Нет, да, все. Один остался. А вот этим... Ага, убивает. Один остался. Ага, вот так вот. Ну, типа, что-то может, да? Давай сразу, конечно. Ага. Убили. Ну, про... Там в конце босс, это вообще ничего не имеет значения. Я с таким с трудом, да, это прохожу все. Ты. Иди. Ты ж милишник. Кукусики, ну. Четвертый левел ты только, да? Ну, а пятый, неужели, блин? Что-то какая-то... Вот эта катка мне непонятна пока. Реально, 15 волн, вообще чуть ни о чем. А-а-а. Фридом, ну. Тоже, да? Да, я говорю, милишники, они вот прям, ну, вот максимально, не знаю, для чего нужны. У тебя все раскачано, у тебя тоже. Ну круто, что вот это, бахнул, да, такой. Смотри, говорит, как умею. Да, я вкачал? Нет. Ага. Ну окей. Просто, возможно, Теслы тут не рулят. И тут нужно через лучников каких-нибудь играть, да? Вот. Новый разрушитель, короли преступного мира, устойчивый к воздействию магии, повелевает отрядами бойцов, вооруженных смертоносными клинками. Это что? Что тут эти стоят? Пупсики, да? Давай, ты первый пойдешь, и ты просто тебя шлепнет. Да? Ты шлепнешь его? А, ты... Ага, шлепнешь. Я уж думал, не шлепнет. Ага. Банзай, да. Укусики, да. Ну, тут пока все нагрел. Давай ты это его убьешь. Просто они скилл бывает... Вот сейчас... А, ну отлично. Малая дичинка. Имя свое скажи, я тебе потом к награде приставлю. Вансам, ну. Чё тут? Налетчики, разрушители. Ну давай, погнали. Ага. Я надеюсь, он как бы раскачается, будет жестко сильным. Вот просто на... Для других вещей я не понимаю, для чего он нужен в таком случае. Вот тут она, да, делать еще будет. Так. Ну мне нравится, когда убивают ваншоты, вот эти происходят. Ну тут надо по-любому скиллы сливать, когда подойдут. И все еще пятый, ты все еще пятого уровня. 11-я волна. О! Банзай, ну. А че, почему я так сделал? Ну ладно, решил так сделать. Он сильный, да, я вижу, да. А того? Ага. Нормально. Я не посмотрел, что тут будет, ну ладно. Ой, вы чё? Ты там тоже давай помогай. Ой-ой. Так, нужно вот тут делать, да? Не, вот тут. Ага. Типа у меня... Сейчас откатится. Деньжата, да? А ты чё сверху-то не пошел?
Ага. Кукусики, да, у нас там. О, убили. Нормас. Кукусики, но... Ты там давай, не умирай, дурак. Не для этого я тебя делал, чтобы ты умирал. Не для этого тебя мамка рожала. Мне просто интересно, а где пойдет этот босс? Сверху ли? Ну, наверное, скорее всего, сверху, да? Че ему снизу-то ходить? Че это боссам снизу-то, да, ходить, когда они могут ходить сверху? Да, вот это обидно сейчас было. Вот прям вот. Ладно. Давай. Да, блядь, сука, и ты тоже, да, слил? Вот ты мудозвон. Кукусики, но... Так, тут все, да, раскачаны. Ну, хорошо хоть доходят это. Покоцаны. А ты че? Ты не дрёшь-то с ним? Нормас, пока стоим. Не буду скилл сливать, оставлю на лучше что-нибудь, на важное. Ты куда пошел? А, я думал, сейчас обратно. Не, говорит, тут жопа, пойду обратно. Нехер мне тут ломить. Так, тут-то все, да? Ага, ага. Вот тут-то я, да, тоже хочу вот эту построить. Ну, пока стоим. Не знаю, что будет дальше. Дальше будет скоро босс, который нам расскажет, как бы, что он о нас думает. Я подозреваю. Он просто, ну, поведает нам историю. А давай, погнали. Так, последняя волна, да? Ну, безбоссная, потом волна с боссом. Если тут есть босс, ну я подозреваю, что он все-таки тут есть. О, прикольно, что вы так идете. А, снизу, ну снизу мы встретим. А сейчас... Я солью, короче. Ага, а то... Сейчас бы на собачек бы все было бы слито. О, да, нормально вообще разносят. Сейчас выйдет, да? А, нет, а где ты? А, во, идет. Ты давай. Ага. Ну, разносят. Так. Ага. 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 Ой, вы все, убить его не можете, вы че? Да реально не могут, да, смотри. Тут справляются. Ну давай, блядь, скилл можешь откатиться хоть. Откатиться. Блин, они все равно его убили, ну ладно. Ты чё, ты реально не выживешь? Вот это ты удивил, конечно. Ага. Вот это волна с боссом. А чё, ничего не написали? Там типа босс там идет. Не захотели, допустим, да? Но эта волна будет, видимо, по всей очень жесткая. Да? А ты чё стоишь-то? Тебя просто закидывают, ты стоишь как дебил от усов. Кукусики, да? Ну пока. Не буду скилл сливать. Возможно, солью его в это... В не туда.
чтобы чаще, да. Да, это все равно убивает всех. Он только 6 уровня. Вот сейчас мне он нужен по-любому. Ага. Адабра, да. Адабра подагра, говорит. А у меня тут все вкачано. А куда дальше? Там же босс, да, дальше будет? Он же будет по-любому. Пира его. Просто. Ой, я говорю. А, ну а вот. Вау. Победа. Неожиданно я босса ждал. Где мой босс? Босса не было. Короче, мы парня не расчувствовали, не распробовали, потому что он всего 6 левела был и очень часто умирал. Он тут вообще не заходил. Тут кто-то очень сильно либо броневой должен быть или что, я не знаю, короче. Вот. Потом, ну, легкая катка была. Просто да, надо это, метеорит правильно отдавать, и все будет хорошо. Даже я мог сразу же, как бы это, с первого раза пройти, если бы вовремя правильно отдал бы метеорит там вот. А потом уже ты наставляешь башни, и как бы, ну да, и две магические башни тоже решают, конечно. Конечно же. Ну, я мальчиков вообще не покупаю. Мальчиков не покупаю. Как это все всегда звучит, а? Вот этот скилл тоже, мне кажется, хорош вообще. 50%. Вот если он работает на босса, это прям вау скилл на самом деле. Это контроль. Контроль всегда хорошо. В любых играх контроль это хорошо. Так, ну ты все. Ты как бы сказал, проезженная книга. Как вот и пильщик. Ну а пильщик вообще. Вот Тор, давайте. Воплощение Грома. Воплощенный Гром, сын бога Бурь и верный товарищ короля Деноса. Этот гигантский полубог сокращает врагов молотом. А, сокрушает, сокращает. Да какая разница? Сокращает, да, голову так отбил, и он как бы меньше стал. Значит, сокращает, ну, сокращает врагов молотом. Все верно. В котором скрыты силы грома и молнии. Мельнир, раскат грома. Ну, он милишник, но он типа такого же что-то, как и Они, наверное, да, в миле. Ну, давайте возьмем. Что-то Они вообще мне не понравилось. Знаешь, у каждого своя катка, у каждого сильная сторона, и в каждой в какой-то катке может он показать. Жене достался, это она на сотовом играет, на мобиле, короче. Вот этот вот, десятин, да, она говорит, классный такой, мощный. Там, как бы, вот, есть только первых два героя, вроде бы, да? Да. А все остальные платные, и ей вот дали вот этого. Ну, конечно, по сравнению с этими двумя, тут любой будет выглядеть охеренно. Хотя вот эта баба-то неплохая, Аллерия-то. Стреловей. Беловей. А вообще, ну, мне вот самый классный персонаж все-таки по-прежнему Элора. Я думаю, даже в этой катке бы она зашла бы. Она их так тормозит, что это жесть. О. А-а-а. Вон оно что. Тут открылось продолжение. Вон оно как. Понятно. Оки. Тут тоже, походу, да, будет продолжение. Смотрите, да? Типа сюда мы придем в итоге. Тут, ну, как бы выглядит, как есть что-то. Ну, давайте. Сколько время-то? Да нормас. Сейчас первого раза затащим. Отлично, вам удалось обратить в бегство этих гадких негодяев. Объединенная мощь ваших войск сумела истребить основные силы врага, но остальные успели отступить в лес. Есть основания полагать, что там они обустроили базу, где их хранят. И где их хранят награбленное. Хочу туда. Награбленное, да? Ну, мы, естественно, ничего не было. Никакого видимо, спрятали в сундуке, увезли, да? Догоните их и отбейте добычу. Но помните, у преступников наверняка есть хитроумный план отступления. Что это значит? Просто вот. 15 волн опять. Угу. Не, ну а что это значит реально? А можно как-то этот разрушить? Это типа, может, что-то выйдет?
Ну, тут, ну, тут, понятное дело, в первую очередь. А, у меня две нужно теперь защищать. Нихера себе. Вот это поворот. Будут идти оттуда 100% какие-нибудь там звери, да, из леса. Тут будут идти, ну, все, кому не лень, естественно. И у них есть хитроумный план отступления. Круто. Им, наверное. Мне не очень, как я полагаю. Ну, понятное дело, да, поехали. Да, бейба, бейба, ну. Что там, налетчики, раз... Ну, окей. Ну, сюда, что ли, поставить? Просто... А тут ты встаешь, ты будешь доставать в итоге, да? Когда она прокачается, ты вот тут будешь доставать. Да, доставай, поехали сюда, ставим. Ага, поехали. Чё? За Мидгард, он сказал? Или оф Мидгард, он сказал, типа... А, они по низу пойдут? А кто-то по верху, да? А, ну тогда правильно все сделано. Ну да, все верно. Тогда ты иди сюда. Вот сюда вот. А тут мальчики будут дела делать. А вот этих мы убьем. Ага. Тут кто? Мародер? Сразу же. И вульф. Нихера себе. Ага. Да ты куда, дебил? Ах, я думаю, что-то... Да, я не нажал, да? Ну, ладно. Это сложно держать будет, да? А чё я нас... Чё это было прокачать? Так, ну эти быстро, надеюсь, пройдут. Ага. Эти по низу все пошли. Вы угораете? Реально, вот так вот, да? Он просто стоял, да? Он вот, он реально просто стоял, да? Вот они пробежали... Ой, блядь. Ладно, дадим ему еще один шанс. Он просто дам шанс вот, в натуре. Ну это просто какой-то бред. Ну окей, окей. Угу. Тоже, конечно, тут и тут надо артиллерию. Какие места хорошие для артиллерии? Я хочу просто сюда мальчиков поставить, вот этих вот. Ага. И посмотрим. Ну, просто, ну, взяли и пробежали, да? Вот просто взяли и просто пробежали. Вот как это вообще работает? А сверху, да, мы типа вот так вот будем играть. Ну давайте. Как это просто называется, а? Я вообще не понимаю. Может, если да, у меня скилл был бы, я бы как бы это, да? Послил бы его, тут бы буш наделал бы. Ну. Freedom, freedom, ну. А я сразу до мальчиков прокачал. Ну да, чтобы это пожестче были. Просто такое место вообще. Я тут мальчиков ставлю. Для девочек место-то не для мальчиков. Ага. Хотя, может, как раз-таки место для мальчиков, но... Вас трое! Не, вы вообще угораете, короче. Ага. Убил, что ли? Скачался. Не знаю, что тут происходит, конечно. Угу. Давай-ка ты там хоть поддерживаешь. Ага. Вот так вот, да? Ага. А чё обходите-то, э? Прям в лужу надо заходить, вы чё? Ага. Давай, чё, паучки там. Ага. А снизу собаки? Хераси.
Ага. Ну, стоим, типа. Давайте вот так. Ага. Что там у тебя? Давай ты вперед выйдешь чуть-чуть, там хоть качаться будешь. А. То есть паучка даже не с одного удара убиваешь. Понятненько. Кто-то полетел. Я даже не посмотрел, кто летит. Да, вообще, я что-то какой-то это играю, да? Вот там. Виртуальный. Отмороженный бы я сказал. Устал сегодня, да. Сегодня у меня день был сложный. Очень сложный день. И это завершение очень сложного дня. А ты не, да, вообще никак там грозу никакую, да, не замутишь там вот, по красоте. Ты же Тор, ёпты. А, ну ты. Ты Тор, ты правда Тор? Ты как минимум Мильнира можешь кидаться, нет? Не научили? В школе по обращению с Мильнирами. Давайте. По-любому должны были научить. Уверен в этом. Ага. Да, да, за Мидгард, ну. Кажется, он это сказал. Но я не уверен. Так, короче, что делать-то? Ибо пройдут же, да? Иди. Ага, бейби, ну. Тут как-то снизу больше их ходит, да? Да ты давай в самый гуще будь, ты ж Тор. О, что-то там, вон, видели, что-то кастанул крутое, я вот видел. Ага. Да. Во, он станет! Вон что он делает. Нихера себе. Магёш. Во, он кинул, да, в них-то? Нихера себе. Из какого далека он это еще сделал? Там сюда иди, да? Фридом, ну. Так, вы перейдите вот сюда вот. Тут будет лучше вам. Во, пошли, да? Так. Вот тут башню багов буду строить. Не, ну может Тор, конечно, справится с ними там. Не, тогда вы давайте вот тут стоите. Напукали по нему. Ну, смотри, да? Тор-то что-то может, походу. Да, что-то может. Интересно. Молодец, Торчик. Торчик. Торяшка. Так, тебя прокачаем сразу, да? Там сверху еще иногда ходят. Так, ну ты уж сюда отходи, давай. Ага. Да. Ну у него хоть что-то, какой-то контроль есть. И он сразу интересным становится, да? Вот тут же как бы. Как интересно босс пойдет. И будет ли тут босс? Я уже не уверен, что тут есть боссы всегда. До этого просто может. Угу.
God! А тебе, бля. Так вот сделаем. Freedom! Можно 207? Не, нельзя, да. А, понятно. Оказалось, что можно. А, ну тут у нас. Ага. Не, ну этим не выжить, да? Ну, конечно, нет. О, я жду отката скиллов просто. О-о-о-о-о-о! Вот это я понимаю. Вот это как бы быть полезным, да? Видали? Видали просто, что он сделал, да? Просто всю пачку нахрен. Опа! И все. И все. А, вот опять, да? Он это сделал. Он это просто взял и сделал, да? Вот это да. Гаргули 25. Ну тут все нафиг. Ой. Ага. Так, магическую башню еще можно здесь, да, сделать? Ага. Ну, типа, да, наверное, да, здесь можно сделать. А тут что-то плохо вкачано. Я думаю, где сделать ее? Вот здесь, да. Угу. А тут это-то не пройдут. Ага. Это нет. Дохлячки. Давай, иди там хоть это. Ага. Ты, кстати, да, вкачал. Угу. Я даже эти, кстати, забыл поставить мальчиков, но. Так, 350 стоит, ага. Давай. Угу. Адабра, кидабра, да. Вот сюда. Вот сюда нужно, да. Теслу еще одну. О! Если он один будет, то как бы. Сейчас его просто спепелят, как всегда. Десятая волна. Ну это сейчас, да? Ты же испепелишь. Ну давай, ну давай, давай, он входит, давай. Ага. Так. Где мальчика-то поставить? Да иди, не знаю, сюда хоть там, хоть подкачаешься чуть-чуть. Так, тут качали. Надо артиллерию тут ставить, ага. Хотя, лучше бы тут, ну ладно. Лучше вообще тут, конечно. Не, ну оттуда, да, разбийники идут. Все-таки лучше, да. Здесь. В основном, ну, они могут поменяться, еще туда там какое подкрепление придет, да? Ты не откатился, у тебя скилл, что ли? О! О, сука, я не могу. У него отличный скилл вот это, да? Если он работает на босса, что навряд ли, потому что это стан. Замедление работает на боссов, а стан, как я понял, нет. Надо было вообще-то эту качать, не знаю почему. Так, тут нормально. Тут там мальчик. А вы чё побежали-то к нему? О! Нихера смотри, нарубает. Оп, станчик ему, да? А, он уровень апнул, думаю. Я всегда думаю, что когда не уровень. Ага, давай, давай, давай. Покажите, на что способны. Две не справятся, конечно, нормально, но тем не менее. Ну, если по максимуму силы качать, сколько там, да, 16 секунд КД будет. Теоретически, теоретически. Вот этих двух минус, все. Они... Ага, и вот это тоже, да. Ага, все верно. Ну, это вообще ни о чем. Так, и тут стой.
А убили что ли его? Ни хера себе. Ага. Вообще просто. Вот тут надо поставить обязательно. Угу. Оу. Этих надо слить. Непременно. Так, там что? Паучий матриарх. 30 штук. А, нет, это другие. Это те, которые это, да, делают маленьких паучков. Так, вот так вот. Ага, еще рано. Ага. О, убил меня, нихера себе. Ага. Что там, кто пошел? А, там матриархи же, да? Это плохо сейчас, что тут творится. Ага. Тут нормально. Что, 6-й уровень? Во, да, мальчики-то появляются, да. Держать могут. Ну, вот этих надо будет залить. Если их не убьет, конечно. Я бы... Ага. Блядь, ну собак-то зачем? Ага. Так, давайте-ка паладинчиков сделаем, ага, с хорошей защитой. Так, тут вкачано, тут-то нет. Ага, вкачаем. Так, ты умирать не стоит? Нет смысла. Блядь, в паука слили. Ага. А вы чё, блядь? Ага. Ага. Так, тут откачаем. Угу. Тут по-любому надо тоже сделать такую вот. Так, скилл откатывается. Вот тут-то вот ждите. Ага. Чё там? Давай, Гаргули 25. Херня вообще. Каких-то там... А, я там не видел никого. Проблема этих мелких воинов, что они забзапы на себя забирают. И там пока откатится, пока чё, блин. О, по низу пошел, нихера себе. Ай, поверху, да, решил. Ага. Угу. Не знаю, зачем я отдал сейчас, если нужно было бы отдавать потом. Ну ладно. Не, ну тут. Ага. О, он все равно умрет, правда? Сука. Да блять, отгал скилл по тупому и получил за это. Сколько? 19. Типа он один держит, да? Ну ладно, 19 это нормально еще. Ой, денег-то пиздец, надо качать нахрен. Ага. Ага, понятно, блядь. Да.
Проморгал. Да, да, я понял, в чем моя ошибка. Да, пиздец. Сейчас проморгал. Надо больше этих пушек. Надо прям вот максимально больше этих пушек, короче. Чтоб они чаще их это... Причем, да, я все сделал нормально, в принципе. Ага, тут реально нужно. Только не надо апать их сейчас, наверное. Лучше как бы... Да, вот так вот. Угу. Давай, погнали. И вот стой с мальчиками, короче. Вот если бы я тогда скилл не слил по-тупому, как бы, то... Да, соравнока. Ну да, я бы тех убил, был бы подготовлен уже к этой катке, я бы тут башню бы построил, да, бы что бы сделал, как бы... Они бы больше урона, и кто-то бы из них не дошел. Я бы башни магов бы больше, по крайней мере, бы сделал. Ну, тут башни магов нормально стояли. Надо тут больше башен мага. Все, опять же, босса не знаю. Да иди туда ты уже. Ну, он тут лучше хотя бы заходит. Не как тот пильщик был, блин, в той катке. Вообще просто бесполезный. Ага. А, вы чё? Мальчиков убили, что? А, вы прошли, типа. Круточ. Угу. Да. А, скилл был. Так. Ага. Посильнее их все равно надо сделать. Вот тут и стой. А ты вот тут стой, качайся. Тут что-то у тебя вообще дамага нет. О! А, вот идет, понял. А, уешка это еще. С одним, да, все это время сражался. Красавчик. Freedom! А кто ты? Иди туда. Блин, я думал, если честно, затащу ту. Там уже как бы казал, у меня уже пушек, у меня всего было много. Но эти жесткие, да, на них нужно больше башен мага. Вот просто реально больше. О, все, блядь, заново переигрывать. Да, тут надо. Ага. Он пока вот этот свой стан не вкачает, он не интересен. Ага. Давай, полетели. Да полетели, говорю. Там Тор с собакой, бля, кусается. А я там собакой поставили, блин, собак. King, а, бэйби, ну. Freedom! Ты там кидаться умеешь что-нибудь там, не? Еще не научился? Нет? Окей. Ага. Сколько там? 280 минут. Ты чё? Freedom! Ничего. Тут чё? Мародёр? Ну, мародёр это ж легко. Давайте. Ты провожает их взглядом, ну. Устал опять, но надо это, катки, ну как сделать катку поменьше, когда ты вот чувствуешь, что ты можешь выиграть, да? Ну как, по какой-то причине не выигрываешь. По какой-то причине.
Не по причине кривости рук, это факт. Freedom! Так, а тут что будет? Why? 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 Да, в принципе, давай. Why, why, давай, давай. Давай, тортом, покажи им. Во, станчик пошел. Ой, не смей. Не смей. Блять, ну вот опять. Поплачу сейчас за это 100%. Ну ладно, хоть этих убиваю. Ага, посильнее их сделаем. Так, тут что? Вот тут надо откачать. Ага. Ага, и надо уже башни мага делать. Freedom, но... Чё, нет, да? Ох, убил его, блядь. Ой, блядь. Чё творится просто, а? Ага. А чё вы такие жёсткие-то стали, с каких пор? Нет, тут нас эти варваров делали, чтоб издалека кидали с молотками, да? А не паладинов. У, вару больше хп. Средняя, ага. Защита это тут, ну, не помогает вообще никак. Если они издалека их закидывают, и просто стоят так, нас бьют. А чё нам делать? Может, кто подскажет? Может, кто-то и подскажет, но... Кстати, магия, да, по ним очень сильный урон наносит. Давай тогда сольем. Давай, а ты последний удар нанеси. Ну, последние три удара, хорошо. Так, тут у нас все вкачано. Ага, ну мы сейчас вот это качаем, да, естественно. И вот тут еще одну, да. Не, а мы вот тут и делали ее, да. Угу. Хотя тут, мне кажется, лучше. Но тут она, я думал, что она туда будет доставать. Не, не будет, тогда тут лучше, да. Ага. Магия тут по всем нормально, кстати, урона наносит, да? Заметьте. Так, а у тебя не вкачано что это. А тут уже двое идут, надо на них по-любому скилл оставить. Ага. Бля, как на них оставить, если тут жопа творится? А, ну умирает, жопа умирает. Давай сюда. Так вот еще сделаем. Реально. Ага, ну все же как бы это. Что-то получилось, да? Оставил на них. Давай ты его убьешь, да? А, 20 секунд, тут же сразу же, да. Не бывает, чтобы сразу же. Ты где? А, ты дохлый. Зачем ты жил тогда вообще? Вот скажи. Так, ну тут надо скилла ждать, тут по-другому никак. Он даст слил, да, в какого-то этого. Да, там еще идут. Не, это сейчас будет потерянная катка 100%. Плохо начал, скажем так. А, ну ты смотрите, что творят. Ага, ну вот смотрите просто. А ты что там делаешь? Что тебе там делать-то? Да вообще, да что такое-то? Want some? Get some? Я такое чувство, что тут хватит одной башни вот просто пока. А остальное магов пока надо делать. Ну, а тут... ХЗ вообще, что делать? Да, поехали. И сразу же сюда нахрен. Устану, блин. Догонять там это все. И вот так вот нахрен. Качайтесь там. Ты качайся, иди, говорю. Ага.
А, ну вот так вот тогда. Иди. Просто реальный. Ну хотя. Бабу взять и не париться, да? Ice Ice Baby, блин. Иди. А, ну ладно, дебиль, там убьют без тебя. Вульфы, да. Сейчас пойдут. Денег нет. А что деньги-то дайте? За них денег вообще да не дают, как я понимаю. Ва, да, да, да. Огромные пауки. На, сразу, да, хотя бы три башни магов должно быть. Здесь одна. Здесь одна. И здесь одна, ага. Ага. Давай, поехали. Два золотых, спасибо. Так, первый раз они пойдут поверху. Вроде как, да? Ой-ой. Чё это вот такое, вот это вот сейчас было, блядь. 18, это ладно, конечно. Не, ну тут реально должны стоять мальчики. Просто, ну это бред. Там-то еще как-то справляется, да? Ну тут и волна, не, они-то бегут, смотрите, да? Ну 18 вроде как еще проходимо. Просто тут надо... 70 нету, да? Давай, полетели. Сюда было ставить, а чтобы они уже заранее их убивали. А там-то добьют. Так, тут все вкачано. Тут мы поставим мальчиков, короче, да? И вот тут еще мальчиков одних поставим, чтобы хоть что-то сдерживали, блин. А то это прям жесть какая-то. Потом уберем их за ненадобность. Так, 270 надо. А, устал. Не пройду, если сейчас в следующий раз буду проходить, короче. Вот, решено. Надо передохнуть. Хочу передохнуть, хочу поспать. Новый день, новые силы. Да, да, да. А тут я не сделал этих, что ли? Я же хотел сделать. Ну, хотел сделать, не... А не сделал, ну. Они как бы бесполезны, да, вот, вот, может они вкачаны, это полезны, но на данном этапе они бесполезны. 350. Дорого. Во. Ты там стреляешь хоть? Ага, ага. Спину ему настреливай. Да, вылезай. Ага. Так, где делать следующее? Вот мне интересно. Вот тут. Нет, тут я буду башню магов делать, вот тут, значит. О, нет, я бы вот тут сделал. Ага. О, хоть станет стало. Сюда скил, да, сюда солью. А сюда вот так вот, да. Это четвертый уровень. Иди вот большого потанкуй. Ага. Такого большого потанкуй. Что ты там не услышал в этой фразе, я не понял вообще, если честно. Да большого ты потанкуешь, нет?
Не знаю, не уверен, да. А он меня бить не будет? Будет, еще как. Так, тебя сейчас, да? Да? Забзапнешь? Давай забзапай. На, их долго, а. Давай. Так, тут мы вот это, да, сейчас построим. Тут основная вся жопа тут идет. Там тоже идет, да, споров нет. Ага. Там кого-то убил. Да иди там, сражайся. Собирая лавры свои. Я не посмотрел, сколько там этих будет просто. Интересно. Я буду сливать это, как бы, молнию только на... Ой, молнию, свой... Метеоров только на этих мудаков, вот этих вот, которые... Ой. А, правильно их. Вот на этих вот мудаков. Почему я тут стою, не знаю. Потому что может Тор качаться. 10 левел Тор, я думаю, будет нормален. Я-ха-ха-я. Вот тут-то я строю, ага. Я что-то вкачал, да, до конца. Давай, танкую. Ты достаешь? Нет? Жаль. Еще, блядь. Мальчиков мне разорвало просто. Ну, это слабые мальчики. Ага. Так, минус один будет. Нет, если вот эти, да, сейчас дойду, блядь. Так, вы наверх пойдете, да? Нет, по низу тоже. Добей его. С одного удара убивает их просто. Это когда они сливают, конечно. Тут справятся, да? А ты иди сюда. Там еще один идет. Главное, да, чтобы этих держали. Ага. Ну куда пустили-то его? Будь... Во, блядь. Блядь, что делать? Сука. Я не могу, блядь. Отлично. Получилось. Ой, блядь, что творится? Так. Тебе вот это вкачать. Тут справятся. Да? Надо вот это, да, по-любому. Жесть, да, что там творилось просто? Так, надо этих взять. Мальчиков туда. Так, тебе вкачал. Ну давай, кучу событий иди. Угу. Так, отлично. Пятый по-прежнему. Давайте. Вот эти пошли. Ага, мне нужно еще одну по-любому башню мага. Вот сюда я хотел ее поставить. Блять, сука, вот это слитый скилл, конечно. Идеально слитый скилл. И давай там туда хоть иди. Задержим их. Ага. Так, вот туда я башню магов сначала достроил. Мелочь-то она херня. Тут как бы не так много сильных врагов, но они реально сильные просто. Они все маленький боссик, блин. Давай ты где-нибудь-то стоишь, сражайся.
Он просто бегает. Ну ладно. Ага. Давай. Чпокни его. Но... Ты не убил его? О, отлично. Так. Ну, мы сливать на этих не хочется. Скилл. Ага. Ну, нормас. Этих так или иначе победим. Ага. У вас там битва, да? Хорошо сражайтесь. Так, вы... Или сюда. Или сюда. Ага, учка же туда была, ну... Хотя нет, тоже сюда, нормально. Давай, а что ты там, что ждать-то? Так, ну эти убрут сейчас, если там какой-нибудь быстрячок не прилетит. А этот, ну, умрет потом, что. Да, по низу пойдете? Молодцы. Ты поверху, да? Заль. Заль. Ну ты вот тут встречаешь их, да? Вот этих... Мы тут, да, на этой волне обосрались? Кажется, нет, на другой. Ага, отлично. Не-не-не-не-не. Этих, мне кажется, мы сможем победить и без этого, да? Ага. А вот этих двух, если что, зальем. Этих-то да, эти не пройдут уже. Так, вот остановим их, да, чуть-чуть. Пусть там... А ты туда тоже иди сражайся. Так, эти умрут. Однозначно. Ага. Ой, денег-то. Ага, подагра. Адабра, подагра, ну. Да все, можете идти. Возможно, я зря это сейчас скачал, да, столько денег потратил. Но мне кажется, я сделал все правильно. Ой, тут не докачано. Ага. Ага, видите? Главное, чтобы паучков всяких не всаживали. Во, их уже осталось двое всего. И чё ты один можешь? И чё ты один можешь? Вот это надо сделать вот так вот, да? Ага. Хера себе. Ты давай, торчик, торчик. У тебя там это... Есть, блядь, работа. Ага. Так, остановим их, да, чтоб они... Ага, все отлично. Так, вот это. У меня опять денег до хрена, я не качу. Вот этих надо вка... Тут паладинов явно надо делать. Нихера он рубит. А вот так вот если... О, уже не так все жестко, да? Давай. Ну, жестко, конечно, все равно. Ха-ха, зап-запы, да? Что-то у меня стул хрустит, на стул поменять или смазать. Лучше поменять. Нихера он размашистый, какие у него удары. Ладно. Тут я бы, знаете, что сделал бы? Если они есть, вот этих, да, и вот эти топоры бы сделал. Ну ладно, так. Зачем я вот это, конечно, качал, не знаю. Но если я не знаю, что за босс будет. Ну понятно, что за босс будет. Что Тор как бы будет ни о чем на нем. Нихера себе. У вас там... Вы уверены, что вы все делаете правильно? Ну, может быть, да.
Детсом! Детсом! Ва, все правильно доделают. Молодцы. Ага. Так. Ну эти-то паладины этих-то спокойно оттанчат, вообще не запрягаясь. Где я пушки? Ага, тут я качал, кстати, да. Ага, видели, да? Видели, что творят? Сейчас тут все с закзапами, короче, вот так вот, да, сделаем, чтобы подержали чуть-чуть. О, станчик прописал. Так, у вас. Ага. Ага. Ну вот так вот, как-то так, короче. Цицик, вот это обидно было сейчас. Когда, знаете, вот они сливают это в собак. Хорошо. Люблю, когда это происходит. Ага. Вот это... О, хорошо-то как, да? Вообще отлично просто. Песня. А ну, за собаку только не надо было, да, этого делать. Ага, нормально, нормально. Стоим. 14-я волна, да, это значит? Ага. Лично. Ага, да, давай. Я... Босс, да, босс. Я так и знал, я так и знал. Да иди попробуй его бить. Не знаю как бы. Но он... Давай. А тебя задавили типа. Вот опять очередной полезный. Ну вот просто пользы в вагон. Так, денег, денег, денег. Ты покуда поедешь вот, босс? Расскажи мне. А? Да ты прикалываешься. Ладно. Он подбегает к нему и умирает. Вы поняли, да? Вы поняли это? Так, ты по низу поедешь, да? Так, ну по-любому тут башня магов, потому что она сможет до него достать. А-а-а. А, тут нечего больше качать. Попытаемся. Иди туда. Просто, да? А, вот так вот ты едешь? Нихера себе. Ну не. Куда давай? А, или да. А, или да. Или да. Он типа денег хотел увести, что ли? Или Тор, подбегай ты как-то. Такой полезный. Не, ну его станы, они были хороши. Но то, что они, ну, на босса я видел, он кидал. Он, короче, не работает на босса. То, что на босса не работает, ну тогда они бесполезны по факту тоже, да. Как он убирал. Я бегу, я тебя сейчас побим. Такой ты же говна, если честно, кусок. Я не знаю, где он будет полезен. Где он не будет. Где он будет лучше
выглядит, чем это, ледяная моя Ice Ice Baby, да? Ну, просто чем? Вот чем он может ее превзойти? На какой... Что на этой катке должно такое произойти? Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!